Вот есть такой остров у меня среди болота. Маленький островок. Кругом вода. Я вообще пытаюсь тут что-нибудь посадить. Семенами садил калину. Вот она такая вот сидит, не растет. Кислая почва не подходит. А посадил тут клюкву. А во. А может что и вырасти. Вот калина. Здесь пару штук осталось. Остальные пропали. Ладно, хай сидят. Покажу, что я тут вытворял. Ну, часто вот не то, что это вот когда садим, вообще когда мы что-то делаем. Что-то не получилось, я сделал один раз, второй раз, ай, руки опускаются. Вот это такой момент психологически важный. Нужно продолжать что-то другое делать. Вот клюква. Вот на следующий год. О, она как. Видите, как ей хорошо. Какие она усы пускает. Вот эти вот. Это усы. Вот. Вот там вот. Вон там, я вижу, вон туда уже в болото полезла. Вот как она там позаростала. Следующий год клюква будет вот сюда, наверх лезет. Вот. Вот. Потом. О. То есть там чуть-чуть. Вот здесь я пучок посадил, потом от этого пучка еще отрезала, наверное, раза два-три. Вон она как разрослась, вон усы сюда идут. Золотарник тут канадский. Я бываю, вырываю. Сильно много тут было. Если зелье куда-то тоже вырываю. Что еще я тут я посадил? Голубику. Американскую. Вот тут понакидывал сухих сосен елок. Потому что муса приходит и судя свою бусу. И он обкусывая, обкусывая, обкусывая. Она отрастает, она опять обкусывает. Кажется, уже тут подойти невозможно все равно. Но он уже знает, что здесь мне растет, который он любит. Так, это блюкроп вроде сорт. Так, трошки мне придется тут защиту снять. Там уже море голубик. О, сейчас поснимаю. Так. Все, попробовать. Да, обычно о, легко срывается. Что, пробуем? Ну, как и наша топяная, выспевшая, тоже вкус похожий. Ну, это, наверное, повкуснее этой американской. То есть вот такие дела. Такое у меня хобби. Все, пока.